Проект по созданию геопарка Таратау должен быть представлен к концу этого года. Об этом сообщили ответственные за его разработку специалисты из Москвы. Согласно презентованной дорожной карте, уже в середине мая будет завершен комплексный анализ территории будущего геопарка. Далее начнется разработка концепции его благоустройства, куда входит развитие туристической инфраструктуры, создание специальных велосипедных и пешеходных маршрутов, оборудованных видовых площадок, освещение важных объектов и многое другое. Конечной целью работы специалистов является включение территории в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Для того, чтобы подать заявку, номинационное досье в ЮНЕСКО, необходимо, чтобы геопарк функционировал один год как минимум. Вот, поэтому эти работы у нас перейдут, скорее всего, на 2020 год. А дальше уже экспертное жюри ЮНЕСКО будет принимать решение о том, войдет геопарк сейчас или они дадут какие-то рекомендации, и надо будет что-то доработать.